вас здесь, в Сегемском ущелье, я прошу вас послушать то, что я вам сейчас буду говорить. Потом я вам дам свободное время, и уже тогда идите, куда хотите. А где здесь будет? Вот машина наша стоит, вот она. Ага. Вот она. Троллейбус. Значит, он подъехал сюда, и вам не придется идти пешком обратно. Вы сразу сядете в машину и остановитесь. Слушайте внимательно, чтобы не было вопросов. Значит, мы с вами находимся на 39-м километре Сегемского ущелья у знаменитых Сегемских водопадов. Вот они. Чем же они знамениты? Обратите внимание на каждый из них. Вы видите, что они выходят на поверхность прямо из скалки. Видите, да? Напоминаю, что таких водопадов в мире больше нет. Водопады набираются вода из города и Алузы. Особенно вот эти два нижних водопада, потому что они прям напоминают, что тут заливали жидкости из кипинки, из горлышка. Вот они, видите, два нижних. Вода из горла. Вот этот водопад.